С 25 мая по 5 июня в городе Абу-Даби проходил чемпионат мира по тайскому боксу. В нем приняли участие североказахстанцы Евгений Зимин, Руслан Заякин и Шамиль Ермагамбетов. Все трое вернулись серебряными медалями. После приезда времени на отдых нет, снова упорные тренировки, работа над ошибками. Шамиль Ермагамбетов выступал на соревновании в весовой категории 54 килограмма. По итогам прошедшего чемпионата мира мне удалось дойти до финала. Там я встретился со спортсменом из Бельгии. Опытный соперник, он уже до этого становился 3 раза чемпионом мира. Вот в этот раз, получается, 4-й раз стал. Показали с ним хороший бой. Не хватило чуть-чуть, наверное, опыта не хватило с ним. Еще один серебряный призер чемпионата мира по муай-тай – Евгений Зимин. Он выступал в весовой категории 86 килограммов, является мастером спорта международного класса. На соревнованиях в упорной борьбе тоже занял 2-е место, тем самым пополнив копилку медалей сборной республики. Чемпионат мира собрал 700 спортсменов из 60 стран. Для наших ребят конкуренция была довольно серьезной, но это не помешало нашим боксерам попасть в тройку лидеров. Все 3 спортсмена показали очень хороший результат, дошли до финала чемпионата мира. Парни выложились на все 100%. В общем, сборную Казахстана представлял 21 спортсмен. Из них мы завоевали 2 золота, 7 серебра и 1 бронзу. В общекомандном зачете казахстанская сборная заняла 9-е место. Сейчас наши спортсмены готовятся к очередным соревнованиям, которые состоятся осенью. Диас Усен, Александр Янсен, МТРК.